Я поняла. Поехали. Угу. Ну то есть все, ты танцуешь, что можно. Ну да. Ну, от музыки зависит, музыка диктует тебе. Если это латин, если хип-хоп, если вок, то я танцую в стиле, не знаю, 30 лет. У нас мы типа изобрели направление новое танцы, хип-хоп, секси, дэнс, называется ЛСД. Это, короче, надо двигаться супер медленно и типа, знаете, супер, прям в сексе. Я как начала там, ну, у стола бы танцевать такой медленно. И, короче, там я дотанцевала, и там мне весь клуб, папа, бармены все, короче, все это... Ой, а я так убежала.